Предварительно, взрыв на заводе «Эластик» под Рязанью произошел, когда рабочие только заступили на смену и включили оборудование. Потом начался пожар. По последним данным, погибли 7. Еще 9 человек числятся пропавшими без вести. У одного пострадавшего 80% ожогов тела. На предприятии делали взрывчатку гражданского назначения, например, для работы с горными породами. Пропавшие без вести в результате взрыва и пожара в цехе Рязанской области, вероятнее всего, погибли, сообщил ТАСС со ссылкой на источник. Их 9 человек. СМИ пишут, что сам цех полностью разрушен. По обновленным данным, число погибших увеличилось до 16. Предварительная причина взрыва – нарушение технологического процесса.